Более 7 миллиардов рублей из консолидированного бюджета было направлено на ремонт дорог в этом году. На эту сумму строители отремонтировали 470 километров дорожного полотна. Результаты строительного сезона оценил корреспондент «Ульяновской правды» на одном из участков отремонтированной дороги в Кузоватовском районе. Перед вами участок дороги, который в Кузоватовском районе на автодороге Солдатская Ташла, Кузоватова, Старый Кулатный, километров 42-46, отремонтировалось 4 километра до дороги. Ремонтировалось, выровняли покрытие от колейности, убрали колейность и сделали слой покрытия, укрепили обочины. В 2017 году продолжится реализация государственной программы развития транспортной системы Ульяновской области. Планируется, что ее финансирование значительно увеличится за счет перераспределения бюджетных средств. Объем регионального дорожного фонда составит более 3 миллиардов рублей. Юлия Дегтярева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.